нашел человека, который нам поможет. Андрей Скороход, Смоленск. Самый уверенный в себе КВНщик. Извините, просто немножко волнуюсь. Скажите, а по какому принципу люди в команде стоят? Андрей. А вы ко мне обращаетесь или к нему? Да-да, к вам. А, это к вам. Андрей Скороход, это вы? Вы Андрей Скороход? Двойной тезка. Андрей, я вас имею в виду. А, я, да. Что у вас, шутка или песня? Шутка или песня? Так, шутка или песня? Так, шутка или песня. Вы нам что-нибудь покажете? Гоголь. Что Гоголь? Гоголь подойдет? Подойдет. Ну, подождем. Не надо никого ждать, давайте пойте. Да, хорошо. Песня. Повесил свой кредит на музыкантов дирижер. Что вы поете? Песня «Повесил свой кредит на музыкантов дирижер». На мотив песни повесил свой сюртук на спинку стула музыкант. Композитор, если не ошибаюсь, Чайковский. А я не ошибаюсь, Чайковский композитор. Просто я чуть-чуть переделал, чтобы чуть-чуть посмеялись. Так, давайте шутку. Хорошо. Что вы делаете? Это шутка смешнее, если вы не будете меня останавливать. Так, все, уходите. Скажите, а в чем причина? Просто меня отовсюду с такой формулировкой выгоняют. У вас ничего нет. Видит Бог, берег для себя. Песня. По Сорчинской улице, там, где акации в ярком пылают цвету. Москвичка гламурная шла слепо с акцией с дырочкой в правом боку. Так пошел вон отсюда! Когда КВН закончится, что будешь делать? В Москву поеду. У меня в Москве друг живет. Он вначале мою жену в Москву перетянул. Скоро и меня, наверное, подтянет. Коль, я нашел человека, который нам поможет. Что это за чемодан? Это не чемодан, это косметичка. Какой ты сутулый. Ну, здрасте, давайте обниматься, что там? Вы кто такой? Как вы здесь оказались? Так меня ваш этот притащил, но... Этот... Этот... Есть у вас такой? Или это не ваш? А, не суть. Друзья, а че вы все в белом? У вас кто-то добрый умер? Друзья мои кубанские, моя задача сделать из вашего бледного забора яркое пятнище. Коля, что за мероприятие? Здесь идет игра «Сока и бака». Какая «Сока и бака»? Не говори ерунды. Я не КПСС, я Слава. Слава, КПСС, какая разница вообще?
друзья, а давайте удивим вашего судового руководителя и покажем номер. Окей? Итак, Сочи Олимпстрой закончит строить все свои объекты, строить и играет в игру «Мафия». Город засыпает. Просыпается мафия. Мафия знакомится. Добрый вечер, здравствуйте. Там не видит. Так, стоп. Такое нельзя показывать. Вы нам не подходите. Почему? Уходите. Потому. Я Львовича Гусмана. Уходите. Ну, пожалуйста, нет, ну, пожалуйста. Коля, стой, Коля, иди сюда. Я все-таки нашел человека, который нам поможет. До этого предлагал ты только плохие варианты. Этот вариант устроит всех. Дамы и господа, встречайте, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Добрый вечер. Я сегодня решил приехать на КВН. На маршрутке. Вышел на дорогу, ловлю. Вы знаете, зря говорят, что у наших газелей плохие тормоза. Остановилась как вкопанная. За рулем сидит приятный, молодой, седой водитель. Я спрашиваю, я до фестивального доеду? Ну, немного заикаюсь. Теперь, конечно, да. Ну, я сел к водителю спиной, к народу лицом, как и всегда. И люди через меня за проезд деньги передают. Вы знаете, за последние 15 лет я столько денег в руках не держал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Ну, один пассажир тянет руку, говорит, скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? Потом девушка тоже тянет руку, говорит, здравствуйте, я корреспондент российской газеты. Как вы относитесь к тому, что в фестивальном выступают не звезды, а двойники? Вы знаете, я считаю, что это очень неправильно, когда какие-то личности пользуются своей похожестью. Ну ладно, мне пора. Ребята, вам удачи. Коля, созвонимся.